Ушел из жизни актер театра и кино Дархан Дайырбек. Информацию подтвердили в театре для детей и юношества имени Габита Мусрепова. Как сообщили коллеги Дархана Дайырбека, в последние дни он не мог самостоятельно дышать и находился в реанимации. Дархан Дайырбек окончил Казахскую национальную академию искусств имени Жургенова в 1994 году. После окончания сразу же устроился работать в театр. Он известен по ролям в картинах «Аким», «Кудалар» и «Досье Тамады».